Мою бабушку зовут Гармакова Лидия Федоровна. Она родилась 4 апреля 1930 года. Когда началась война, ей было 11 лет. Она участник трудового фронта. Она вязала носки и варежки нашим солдатам, пока моя прабабушка, ее мама Гармакова Валентина Николаевна, помогала рыть окопы. Однажды мою прабабушку чуть не подорвала мина. Они, слава богу, все вовремя заметили. Моя бабушка имеет удостоверение, что она ветеран войны. Сейчас ей 85 лет. У нее две медали –